Привет-привет, с вами Женя, и мы сегодня взглянем на игру под названием «Симметрия». Я не совсем пока вижу, почему она так называется. Она не очень симметричная, ну, пока что. Но посмотрим. Может быть, сложный уровень, смелее. Поднажми. Я чувствую, русский перевод обещает быть здесь веселым. Я даже не знаю, что выбрать. Но я подозреваю, смелее — это попроще, а поднажми — это посложнее. Давайте посложнее. Планета, у всех вызывавшая страх. Задание, на которое никто не хотел отправляться. Сигнал, приманивший их. И посадка, после которой начался кошмар. А вы неудачно сели, а почему? Расскажите поподробнее, что у вас произошло. Вы не хотели лететь, потому что у вас с кораблем было не в порядке. Статус экипажа. Живо. Джон, Кейт, Джулиет. Чел. Ха. Я пытаюсь обработать эту фразу. Живо. Я так понял. Выжившие. Вот эти трое выжившие. Джон, Кейт... Не-не-не, Джон слева, наверное. Джон, Кейт, Джулиет. Так, хорошо. Чел. То есть, это челы. Они челы. Есть, наверное, еще какие-то другие существа. Ну, хотя... Остальной экипаж, статус неизвестен. Это те, кто сзади. Что-то, судя по вот этим красным пятнам, их статус... Не очень обнадеживает. Почините сломанные модули транспортника, спасите команду и покиньте планету. Да не вопрос, сейчас. Сейчас разберемся. Так. Так. Для перемещения по карте удерживайте левую кнопку и перемещайте мышь вправо или влево. Так, так. Да. Колесико для приближения... Хорошо. Когда вы приблизили вид, наведите указатель на персонажа, чтобы просмотреть доступные действия. Так, вижу. Выбрав значок работы, вы увидите индикаторы эффективности. Выберите любую задачу, и персонаж приступит к работе. Работать, отдыхать, есть, учиться. Учиться, учиться и учиться. И... А что мне надо? Что это такое? Поврежден правый двигатель, поврежден левый двигатель, поврежден энергоблок. Это мой корабль. Починить нельзя. Починить? Я подозреваю, вот эта циферка означает, что мне надо что-то собрать, чтобы починить. Хорошо. Что это? Убить? О! Я могу вас убить? Зачем? Это может мне понадобиться? Развитие навыка, заготовка дерева, производство, продовольствие, поиск электронного хлама. Это то, что она умеет. Это то, что он умеет. Хорошо. Давайте разберемся... Я так подозреваю, здесь можно заготавливать дерево. Здесь... Что это? Холодильник не дает испортиться продовольствию. Починить. Он не работает? Капсула восстановления здоровья. Ладно, чего они стоят? Давайте что-то делать. Что ты можешь? Давай ты готовь еду. Хотя нет. Это слишком
Наверное, по-патриархальному. Женщина должна идти рубить дрова, а мужчина должен готовить еду. Это будет по-современному. Так, хорошо. Ой, а что-то... Что-то мне не внушает... О-о-о, стой, 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 отдыхай. Наверное, надо отдыхать. И тебе надо отдыхать. Здоровья как-то маловато. Чтобы починить его, наведите на него указатель и выберите значок гаечного ключа. Я думал отдыхать лучше лежа, ну... Ну ладно. От печки тепло поступает в батарею. И почему оно не поступает? Хранилище дров. Вы дровами топите? Ребят, у вас будущее, как бы космическая цивилизация. Вы топите дровами. Я так догадываюсь, вот эта полосочка вверху, она означает, насколько хорошо кто-то что-то умеет. Джон чувствует себя плохо. О нет, Джон! Готовка так утомила тебя, иди отдыхай. Теперь ты. Давай ты научишься чему-нибудь. Чему-нибудь, хоть чему-нибудь. Вот как-то неторопливо она идет. Наверное, ей не очень хочется работать. Что поделать? Электростанция вырабатывает электричество. И это хорошо. Вот это выглядит похоже на электронный хлам. Улучшить? Что улучшить? Улучшить температуру? Я был бы не против, если бы стало теплее. Трем ключевым модулям требуется ремонт. Выглядит паршиво. Мы здесь надолго застряли. Не знаю, что нашло на Джона. Он 100 раз сажал корабль в куда худших условиях. Лучший пилот не должен терять управление в отработанной ситуации. Странно. У меня очень плохое предчувствие. Ну, конечно, мужчинам ничего доверять нельзя. Ну что? О! Я смотрю, печка заработала. Да? Хехва... Разрушена электростанция, хехватка энергии. О боже. О боже, починить. Починить. Нет, нет. Нет, что делать? Что делать? Надо... Надо искать хлам. Давай, ищи хлам. В убежище опасна низкая температура. О нет, дрова опять закончились. Чё ты так мало приносишь? А, у тебя... У тебя, наверное... Обучение плохое было, то есть ты плохо умеешь, тебе надо научиться таскать дрова лучше. Давай-ка, знаешь что? Давай-ка ты сейчас пойдешь учиться рубить дрова. Разрушена электростанция, блин! Без электростанции здесь ничего не работает. Ну, холодильник точно не работает. И эти... Камеры не работают. Они не смогут лечиться. О боже. Давай, 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 давай. Ты пришла, хорошо, давай. Во, во. Ну-ка, 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 ну-ка. Да, есть. Ты больше половины здоровья потратила? Чё так много-то? Иди отдыхай. Ой, что это? У нас поломалось отопление. Что-то здесь все ломается постоянно. Такая посадка. Это недопустимо. Последний корабль нашего флота... Последний раз. Корабль нашего флота разбивался при посадке 160 лет назад. И тогда за штурвал посадили курсантов, поручив им испытать технику. Какой стыд! Но я проанализирую это позже. Сейчас надо приниматься за работу, и я не успел дочитать. Я подозреваю, когда что-то мерцает, это значит, что оно чувствует себя плохо. Наверное, надо всем дать поесть. Чуть-чуть. Иди. Что-то у тебя с готовкой как-то тоже неважно. Тебе не мешало бы поучиться. Блин, они замерзают. Они замерзают, нет. Иди. Иди отдыхай. По-видимому, уровень поднажми, он такой беспощадный. Может, зря я его выбрал?
А, черт, даже если она принесет дрова, у меня не работает отопление в комнате. Что такое? О, нет. О, нет. О, нет. Все. Так, кто рубил дрова? Кто рубил дрова, срочно иди. Ты можешь бежать? Ты можешь бегом это делать? Ты можешь побыстрее? Ну что, теперь можно добавить в резюме аварию на космолете? В симуляторе у меня получалось гораздо лучше. Нужно сосредоточиться. Я все это делаю в первый раз и не хочу нигде напортачить. Молодец. В симуляторе. В симуляторе, знаешь ли, я тоже... водить умею, например. Можно как-то быстрее? Что с вами? Не, их, похоже, вообще не парит. Их ситуация. Или скафандр такой тяжелый. Хотя нет, по помещению они тоже так неторопливо ходят. Что здесь? Старые мониторы, старые клавиатуры. И из этого можно починить холодильник? Хм. Передаю сигнал. Меня кто-нибудь слышит? Мы живы. Надеюсь, Джон не угробил вас, и вы живы и здоровы. Проклятие. Этот чертов передатчик вообще работает. Если меня кто-нибудь слышит, то сообщаю, что мы в порядке. Да. Вы в порядке, хорошо, а где вы в порядке? Вас надо идти искать? Так, все чувствуют себя плохо. Черт. Холодильник не хватает, не хватает, нет. Все. По-моему, она не протянет долго. Что сейчас будет? Что сейчас будет, а? О! Нет. О, нет. Чтобы им не задавали неудобных вопросов. Мне сейчас зададут неудобные вопросы, что здесь произошло и что с этим делать. Похоронить труп. Использовать в пищу. Нет. 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 Видит Бог, я не хотел, но... бывают ситуации, когда... надо... переступать через себя. Ой. Я подозреваю, мы засунули Кейт в холодильник. Ну что же, давайте. Я надеюсь, вас двоих хватит. У меня опять поломалось. Ах, да что ж такое, что ж здесь все так ломается? Что-то ты как-то много ешь. Слушай, ты ему ничего не оставишь. Стой, прекрати. Оставь ему. Нет. Я все сделал неправильно, и сейчас они все умрут. Хорошо, я понял, сейчас они все умрут. Я так понял, в первую очередь надо собирать хлам. То есть хлам, здесь все ломается очень часто, и хлама нужно очень много, поэтому сперва, первым делом, всем надо идти и собирать хлам. Ну, всем, кто умеет. Чем лучше они выучиваются, тем больше они там приносят, или тем больше они заготавливают. Ну, это безнадежно уже, это все безнадежно. Что, вот это починить, но он не дождется. Он не дождется, а готовить он тоже не может, наверное. Ну, ничего не работает. Я все еще не могу с этим смириться. Готов поклясться, что корабль налетел на силовое поле, потащившее его вниз. Приборы ничего не зафиксировали, и экипаж ничего не заметил. Но не могло же все это быть игрой воображения. Да ладно, хватит тебе отмазываться. Нет, все. Ну, походу, все. Сейчас он помрет благополучно и... наверное, дальше смысла продолжать не будет, потому что здесь даже без одного человека ничего уже не получается. Хорошо, давайте заново.
Я считаю, должно выжить три женщины. Это будет по-современному. Ладно, так, что мы делаем? Что мы делаем? Вот, первым делом мы идем учиться. Ты идешь так и быть готовить, а ты идешь... А ты идешь... Ну, тоже собирай что-нибудь. Все должны научиться собирать хлам. Я уже понял, что здесь требуется много хлама. На ремонт требуется много хлама. Поэтому все должны по максимуму прокачать себе вот просто этот навык. Некоторое оборудование можно улучшить. Для этого требуется электронный хлам. Хорошо. Хорошо. Стой. Учись. Не, ну они точно какие-то вялые. Передвигаются так, будто не спали целый день. Так, хорошо. Направить тебя рубить дрова еще? А то здесь все замерзают. О, как же медленно. Да, я вижу, что в холодильник влезает очень мало еды. Ну ладно, готовь еще. То есть кто-то, по сути, непрерывно должен стоять вот здесь на кухне и готовить. Просто. А, что ты тут делаешь? Давай. Хорошо. Ну, ты собрала побольше, чем кто там в прошлый раз собирал. Вот, сразу видно, женщины лучше справляются с любой работой. Изначально. Так, холодильничек сейчас забьется, да? И, ну, почти забился. Давай ты тоже поучишься собирать хлам. Трем ключевым модулям требуется ремонт, да. Это я уже знаю. Не знаю, что нашло на Джона. Он 100 раз сажал корабль. Кстати, ты не Джон. Ты Дезмонд. Это значит, что на сей раз Джону не очень повезло. Все, дрова закончились. Давай ты подлечись. А ты... Что с тобой делать? Ты учись дальше. Ты уже почти научился. Сейчас. Давай, учись. Ты сейчас пойдешь учиться? Да, хорошо. Хорошо. А что ты будешь делать? Давай собирай хлам пока что. А то у меня такое предчувствие, что он нам понадобится. Еда кончилась, иди готовь. Иди готовь, а ты не теряй времени и иди собирай хлам. Ну что, теперь можно добавить в резюме? Да, добавишь. В прошлый раз, по-моему, мы тебя съели, так что подожди пока с резюме. Ну-ка. Чему ты научился? О, да ты нормально так научился. О, стой. Я заполнил до отвала это... Склад хлама, я запустил апгрейд, но апгрейд не проходит моментально, поэтому придется подождать. Так, давай. Складывай дровишки. Сейчас апгрейд закончится и... О, отопленница есть. О, хранилище есть, хорошо. Хорошо. О, как растет у нас гора. Да хорошо так научился. Давай, иди еще. О, ты полностью прокачалась? Ну давай, покажи, что ты умеешь. Покажи этим мужикам, как надо готовить. Так, ты, наверное, тоже пока подлечись. Мы собрали нормально хлама. На ближайший ремонт должно хватить. А что это за планета? И почему они поломались? А, потому что Джон что-то там увидел. Ну,
Вернее, Джон пытался отмазаться, что он что-то там увидел, что ему что-то помешало, какие-то помехи. Скорее всего, он просто руки немного не оттуда росли. Подожди. Давай ты научишься рубить дрова, да? Давай ты научишься рубить дрова. Получше. Чтобы меньше заходов надо было делать. А, стоп. Холодильник уже забит. Может, прокачать холодильник? Давайте прокачаем, потому что им как-то не очень хватает еды. Ты куда идешь? Куда ты идешь? А, ты идешь назад собирать хлам. Хорошо, иди. Иди, это полезное дело. А ты полностью научился? Да. О, опять ты. Так где ты? Мы тебя слышим. Ну, лично я тебя слышу, но я тебя не вижу. Сообщи, где ты находишься. Так, надо понимать, холодильник прокачался. Хорошо. Давай. Эта гора уменьшается, походу, то есть скоро нам придется ходить дальше за хламом. Это пугает. Это пугает, если честно. Так, они тут замерзают. Ну, ничего, на самом деле, даже если отопление не работает, я вижу, это не так критично. То есть здоровье понемногу так убавляется, но... Но не сильно. О, стоп. Он сейчас заполнит... Давайте апгрейдить дальше, а то сейчас переполнится. Хранилище. Пусть таскает. Пока он может побольше натаскать, пусть таскает. Может и дровишек побольше. Ладно, не будем пока. Не будем пока апгрейдить эти хранилища. О, вот, видите. Даже если мы сможем связаться с базой, да, это уже было. Мы по уши в дерьме. Что за миссия? Объясните мне вот этот момент. Что у вас за миссия? Подожди, ты голодный. Во, как хорошо дело пошло. Давай. Вот это уже солидно. Так. Ну что, тебя на одну ходку еще хватит или не рисковать тобой? Подожди, где там хлам? Здесь есть хлам поблизости закончился. Стой, иди лечись. Я не буду рисковать. Сейчас она заполнит холодильник и... О нет. На улице опасно низкая температура. Сейчас, подождите. Кто у нас остался на улице? Кто-то рубит дрова. Я забыл, как ее зовут. Так, иди учись собирать хлам. Что с тобой? Да, что-то не очень. Мне не нравится это место. Здесь полно всякого электронного хлама, который мы хотим использовать для починки корабля. Но кто-то же сначала произвел все это, а потом выбросил. Странно. Надо поскорее сделать все необходимое и убираться. Пожалуй, читать о приключениях мне нравится больше, чем участвовать в них. На. Ну, кто-то выбросил, потому что оно, видимо, уже устарело. Я не знаю, правда, как вы можете это использовать для починки. Что это такое? Что это такое? Улучшить. Да, я попробую тебя улучшить и посмотрим, на что это влияет. Минус 19. То есть я улучшил вот это, и оно мне теперь обещает минус 19. А если я улучшу его еще раз, оно мне пообещает плюс 30? Я не понимаю, что это такое. Джулиет чувствует себя плохо. Стой. Где? Кто? Ты кто? Стой. Куда ты пошла? Ты дурочка? Ну-ка. Не, он так бодрячком держится. На одну ходку его хватило. Ну, больше одного раза я не рискнул его послать в такую температуру. Почему ты даже не подумала
сходить поесть, если тебе плохо? Вы все такие самоотверженные? Что-то мерцает, это значит, что оно скоро поломается, я уже догадываюсь. Я не жалуюсь, но Джейкоб упросил меня отправиться сюда, чтобы провести оценку для возможного заселения. Обещали комфорт, как в лучших отелях. А теперь эти ребята предлагают мне в идиотском костюме бродить по льду и собирать палки. А что вы должны были здесь делать? Вы так и не объяснили, что вы должны были здесь делать. Я так и думал. Она поломалась. Ну ничего. Тут надо следить за такими вот внешними признаками. Что еще здесь мигает, а? Кто мигнул? Кто сейчас мигнул? А ну признавайтесь. Минус 101! Да, лучше сейчас никому не выходить. Что? Ты куда пошла? Ты куда пошла Они... Это отряд Буратин какой-то. Они вообще не соображают ничего. Я удивляюсь, как они долетели сюда. А ну, хотя... Они и долетели-то сюда не очень. Они просто не соображают. Видимо, это такой, ну... Специальный элемент геймплея, то есть... Это специально... Внесли сюда, вот их сделали нарочно такими болванчиками, которые не соображают, что они сейчас помрут. Которые не соображают, что им хочется есть. Нет, они идут как заведенные выполнять последнюю команду, которую им отдали. Здесь нет никакого способа как-то, ну, автоматизировать, ну, по-умному автоматизировать их поведение. Отдать им какие-то умные инструкции, нет. Их можно тупо послать в одно место, и все. О, потеплело. Ха. Я подозреваю, что Джейкоб совсем рехнулся тратить на это время, когда нужно сосредоточиться на дальних экспедициях. Кто такой Джейкоб? Ты? Нет, не ты. Ему не терпелось попасть на эту планету. Он только искал повода отправиться сюда. Мы не знаем, кто передал сигнал. Интересно, что это Джейкоб его засек. Может быть, Ричард что-то еще знает об этом? Надеюсь, он скоро вернется на базу и расскажет нам, в чем дело. Да, мне очень интересно узнать, в чем дело. Куда ты идешь? Я не рискну тебя с половиной здоровья посылать туда. И ты куда идешь? Давай ешь. Пока есть, что есть. Аккумулятор запасает энергию на случай неполадок. А почему он не выдает нам энергию? А, он разряжен. А как его зарядить? Я что-то не совсем понимаю. Пожалуйста, ответьте. Клянусь, я был уверен, что остальные уцелели. Богом клянусь. Я не знаю, они пропали, исчезли. Я один. Ответьте, ответьте, меня кто-нибудь слышит. Слышу, слышу. Кричи дальше. Так, подлечись. Или, подожди. Тебя есть чему учить еще? Ты можешь научиться рубить дрова. Что сейчас поломается? Опять ты. А ну не ломаться. А, это прогноз на ближайшие дни. Наконец-то я понял, что это такое. Это метеостанция. Факт первый. Мы отправились на близлежащую планету, пригодную для обитания, которую никто не знал. Факт второй... Ну... Ладно, я потом прочитаю. Стой! Иди рубить дрова. Иди рубить дрова. Планета так близко, осталось лишь несколько завершающих штрихов. Агентство не могло не знать о ней. Так зачем же было тратить миллиарды на исследование космоса, когда эта красотка у них прямо под носом? Мои информаторы ничего не говорили, так что тут, наверное, большие деньги. Или какой-то скандал. Что вас послали изучать? Скандал? Или вас послали искать здесь большие деньги? Большие деньги с чего? С вот этих старых разломанных серверов? Ах...
Так, ты уже научился, почти. Дезмонд чувствует себя плохо, ну еще бы. Что опять? Что опять? Блин, а он же не сможет лечиться, пока электростанция не починится. Потерпи, потерпи, сейчас... О, дровишки придут, сейчас, ничего, сейчас будет тепло. Сейчас будет тепло, и ты дождешься благополучно. Все, иди, иди лечись. Что это? У вас вирус завелся в компьютерах. Я... Что это? Ты кто? Ты что? Чё ты вылезла? Залезь обратно. Так, сейчас она набьет холодильник. Все поедят. Она снова набьет холодильник, и можно будет ее отправить учиться снова. Ну так-то я начинаю, в общем-то, примерно улавливать, как правильно играть в эту игру. Ты тоже иди поешь. Мы немного разгребли барак, но оборудование все еще не работает. В таких условиях заниматься исследованиями бессмысленно. Задание нам не выполнить, нужно это признать. Какое у вас задание? Надо как можно скорее выбираться отсюда и надеяться, что агентство снисходительно отнесется к нашему проступку. Ну, а вы-то тут при чем? Это Джейкоб во всем виноват. Он посадил вот так вот вас. Вот так вот. Вы тут ни при чем, а Джейкоб уже, я чувствую, достаточно наказан. Ну что опять? Что опять поломалось? Что опять поломалось? Холодильник. А если холодильник поломался, еду можно все равно запасать в него? А, по-видимому, можно, но она портится. То есть она пропадает. Ну ладно. Что ж поделать. Здесь мы пока прервемся. Я записал довольно длинное видео, но... Наверное, будет лучше разбить его на две части. Поэтому продолжим смотреть на похождения наших героев в следующий раз. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Пока-пока.